Здравствуйте. В эфире программа «Отрасли» и я, Евгений Больгерт. Казахстан имеет выгодное географическое положение. Он исторически находится на пересечении важнейших маршрутов грузопотока, соединяет крупные региональные рынки Западной Европы, Китая, России и Центральной Азии. Доля транспортной отрасли в ВВП страны достигает 8%. Стратегической задачей является развитие транзитного потенциала республики, что требует обеспечения современной транспортно-логистической инфраструктуры. Для решения этой сложной задачи глава государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым была инициирована программа «Нурлыжол», которая в настоящее время находится на этапе активной реализации. Казахстан является крупнейшим по площади из 44 государств, не граничащих с Мировым океаном, так называемые «landlocked countries». Поэтому качество и пропускная способность транспортной инфраструктуры самым серьезным образом могут влиять на инвестиционную привлекательность страны и даже целого региона. Бизнесу нужна инфраструктура, которая должна развиваться опережающими темпами, создавая возможности для продвижения отечественной продукции на внешние рынки. Мощный транзитный потенциал будет расти кратно расширению транспортно-логистических возможностей. При этом реализация масштабных планов зависит от успешной реализации и выполнения конкретных проектов, и инфраструктурная отрасль не является исключением. Итак, о крупнейших инфраструктурных проектах, реализуемых в рамках программы «Нурлыжол», о развитии транзитного потенциала страны мы беседуем сегодня с генеральным директором ТО «Темиржол Жандеу» Карсыбековым Искандиром Сериковичем. Искандир Серикович, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Тема очень важная для бизнеса, инфраструктура. И ваша компания, которую вы возглавляете, непосредственно принимает самое активное участие в реализации государственной программы «Нурлыжол». Расскажите, пожалуйста, о той работе, которую вы проделываете. Ну, хотелось бы прежде всего отметить, что действительно на сегодняшний день железнодорожный транспорт как такой является важнейшей составляющей частью производственной инфраструктуры Республики Казахстан, так как географические условия Казахстана, обширность территории, сырьевая структура производства и размещение производительных сил делают роль автотранспортной инфраструктуры и железнодорожного транспорта в экономике чрезвычайно важной. Компания «Темиржол Жандеу», которую я возглавляю и являюсь генеральным директором, занимается прежде всего капитальным ремонтом железнодорожных линий, строительством новых железнодорожных линий, производством бутового камня, фракционного щебня, имеет в активе рельсосварочное предприятие. Также компания имеет в активе свое ремонтное предприятие для ремонта спецподвижного состава. У вас полностью отечественная компания? Или... Да, наша компания является 100% отечественной и также входит в группу отечественной компании ТО «Комкор Менеджмент», которую на протяжении последних 8 лет возглавляет генеральный директор Сулейменов Диас Тулетаевич. Скажите, вот ваша компания, она сосредоточена в каком-то одном регионе или как структурирована работа у вас? Нет, мне бы хотелось прежде всего сказать, что вообще группа компаний «Комкор», она располагается своими филиалами, в принципе, по всей территории Республики Казахстан. Основными направлениями «Комкор менеджмента» это является сервисное обслуживание, ремонт подвижного состава, грузовых вагонов, значит, транспортировка и передача, реализация тепловой энергии, электрической энергии. Также, значит, осуществляется локомотивная тяга и оказывает услуги в сфере промышленной безопасности. То есть это такой многопрофильный... Да, это многопрофильный холдинг, отечественный холдинг, да, который, в принципе, нас всех объединяет. А если говорить непосредственно про ТО «Темиржол Жандеу», да, то вот у нас, в принципе, в состав компании входит 12 филиалов, которые расположены на территории 5 областей. Вот с чем связано именно такое решение по дислокации? Вы знаете, 5 областей, но в принципе, это, если говорить конкретно, то это Актюбинская область, Акмолинская область, Восточно-Казахстанская. Потом, значит, у нас непосредственно филиал находится на территории Джамбульской области и Мангыстауской области. Но если посмотреть, да, фактически мы перекрываем север-запад, юг-восток, то есть полностью по всей территории Республики Казахстан. В компании работают порядком 1600 человек,
И вот эта дислокация фактически в каждом направлении, она дает нам возможность участвовать, вот основная деятельность, капитальный ремонт. То есть мы ежегодно можем производить капитальный ремонт от 150 до 300 километров железнодорожных путей, а также предполагает участие под ключ в любом крупном проекте, в любом регионе республики. Ну вот теперь конкретно я хотел бы предложить перейти к проектам, которые удалось реализовать в рамках программы «Нурлыжол». Да, здесь хотелось бы также сказать, что перед тем, как компания начала принимать участие в проектах по программе «Нурлыжол», компания участвовала в развитии таких транспортных проектов, как в 2011 году было строительство узей государственной границы с Туркменистаном. Мы построили порядка 140 километров путей. Также в период с 2012 по 2016 год принимали участие в строительстве Шалкар-Бенео. Было построено порядка 561 километра основных и станционных путей. То есть, в принципе, мы принимали участие в развитии новых строительных проектов. Какой-то опыт наверняка вы приобретали с каждым проектом. Здесь получается так, что в ходе реализации вот этих вот двух проектов хотелось бы отметить, что с учетом сложности региона, с учетом того, что на самом деле отсутствие, как говорится, какой-либо вообще инфраструктуры, отсутствие коммуникаций, то есть отсутствие воды. Проекты были очень сложные, да, и на сегодняшний день вот мы приобрели вот этот опыт работы в сложных климатических условиях, географических условиях, то есть также при, когда удобно, конечно, работать, когда все находится рядом, но безусловно, когда за 200-300 километров приходится везти вплоть до питьевой воды, конечно, эти условия, они нас очень сильно тренировали. Поэтому то, что мы это все, как говорится, приобрели, это прежде всего, как говорится, немного закалились. Да. Да, это бесценный опыт. А как обстояло дело с человеческим капиталом, с человеческими ресурсами на проектах? Ну вот именно если говорить о проекте «Шалкар-Бенео», то следует отметить, что в целом было задействовано порядком 3000 человек. То есть это временные рабочие места, которые были созданы? Это, да, именно непосредственно на проекте были созданы новые рабочие места, то есть было увеличено. Почему? Потому что в целом средний состав компании, если вот брать сезонные работы, есть постоянные, которые, производственный персонал, который у нас находится в штате, мы в целом в год численность компании составляет 1600 человек. Угу. А тут мы привлекли порядком 3000 человек, это вместе с подрядными организациями, со всеми. И получается то, что в результате этого строительства на сегодняшний день у нас уже построено 7 станций, 12 раздельных пунктов. И теперь вот если смотреть, то что это вот на месте, где была пустыня, сейчас вдоль железной дороги полностью обустроена необходимая инфраструктура, подведено электричество. А вы обошлись подготовленными кадрами или это были какие-то решения на местах с местным персоналом или еще какие-то вещи? Было использовано все, что было необходимо для проекта. Скажите, вот эффект от реализации данного проекта для развития транспортного транзитного потенциала каков, на ваш взгляд? Ну, хотелось бы сказать, что на сегодняшний день уже по магистрали Жезказган-Бенео перевозятся грузы, следуют пассажирские поезда, сокращается время в пути. И то есть с вводом в эксплуатацию вот этих линий Аркалык-Шубаркуль, Жезказган-Бенео, а также с развитием свободной экономической зоны Харгос-Восточные ворота, созданы новые логистические коридоры для перевозки грузов в направлении Китай-Европы, Китай-страны Персидского залива. И дальше сейчас требуется развитие Прикаспийского региона, непосредственно транспортной инфраструктуры. Да, важнейшее направление. Поэтому в 2014 году наша компания также приняла участие в строительстве железнодорожной линии Боржакты-Ирсай. Это было построено 22 километра за период 2014-2016 год в рамках государственной программы «Нурлыжол». То есть этот проект у нас, в принципе, был первым. Это проект связано с развитием портов, портовой инфраструктуры? Нет, дело в том, что для того, чтобы развивать портовую инфраструктуру, и вот сейчас вот идет строительство уже второй очереди паромного комплекса «Курык», необходимо было подвести
транспортную инфраструктуру, да. Квартал. И вот этот участок Буржак-Тегерсай, 22 километра, это был тоже один из участков, угу. который был построен в рамках вот создания новой инфраструктуры для развития Прикаспийского региона. Замечательно. А вот, то есть это понятно, участие в этих проектах. Какие-то еще уже в копилке компании есть серьезные проекты, о которых вы хотели бы рассказать? Ну, я говорю о том, что непосредственно Буржак-Тегерсай – это первый наш проект, где который был, нет, который был именно по программе «Нурлыжол». Те проекты, где мы приобретали опыт, это те проекты, которые я говорил ранее, достаточно большие. Шалкар-Бейнева, опять же, Узень-Госграница. А дело в том, что вот сейчас вот, мы тоже фактически заканчиваем второй пусковой комплекс тоже большого проекта в рамках программы «Нурлыжол. Путь. Будущее». Это строительство вторых путей на участке Алматы-Чу. И непосредственно наш участок составляет от станции Анархай до станции Чу. Вообще общая продолжительность железнодорожного пути Алматы-Чу составляет 300 километров, из них 110 было однопутным движением. И вот в рамках вот этого проекта с 2015 года 110 километров дополнительно вторых путей сейчас построено на сегодняшний день. То есть мы можем уже говорить, что построено, потому что планируем. У нас уже планируется к концу этого месяца, непосредственно приурочено к 1 декабря, запланирована уже сдача второго пускового комплекса. До этого мы, когда первый пусковой комплекс завершали, то есть мы его завершили к 6 декабря 2016 года, было произведено открытие в рамках Дня индустриализации. И вот компания «Темижол-Жанде» на сегодняшний день свое участие 33 километра в рамках этого проекта, то есть мы полностью поучаствовали. Какие-то инновационные, технологичные решения использовали? Вы знаете, здесь говорить о том, что инновационные, прежде всего, это, наверное, такой тоже первый опыт не только для нашей компании, но для, в принципе, всей системы Казахстан-Темиржола, да, то, что есть сложность строительства вторых путей, она заключается в том, что строительство ведется вдоль действующего пути железнодорожного. И интенсивность движения, которая поездов, которые существуют на данном участке, она, в принципе, достаточно высокая, поэтому приходилось работать параллельно с движением, да, соблюдая все условия безопасности для действующего движения. Но при этом, да, мы для производства некоторых работ мы брали технологические окна по различному времени протяженности, в связи с чем, да, были приостановлены движения, но это требовало для... было необходимо для того, чтобы дальше запустить уже непосредственно вторые пути. Также здесь вот на станции СП нами был, значит, установлен, это очень сложный объект верхнего строения пути, это вот перекрестный съезд с четырьмя комплектами стрелочных переводов на железнодорожном сленге, это англичанка. Но вот в чем его сложность? Его сложность, прежде всего, в том, что он впервые в Казахстане клался на железобетонных брусьях. Ага. И поэтому вот на сегодняшний день Жамбульское отделение дороги, как говорится, обзавелось уже вот таким вот уникальным способом. Это получается уникальным съездом. Да. Скажите, это подытожило уже, то есть этот проект завершен или он находится еще на какой-то завершающей стадии? Данный проект, как я говорил, имел два пусковых комплекса. В этом году мы заканчиваем второй пусковой комплекс, но именно обязательства нашей компании для завершения этого проекта переносят нас в 2018 год. Сокращаются сроки? Нет, мы в 2018 году заканчиваем строительство автомобильного путепровода в районе тоже станции СП, и на этом наше участие в данном проекте уже будет завершено. Здесь бы хотелось отметить то, что мы при строительстве, когда вот, еще раз повторюсь, когда идет интенсивное движение поездов и необходимо производить строительно-монтажные работы, это прежде всего вот, то, что мы пришли по срокам, это было все благодаря слаженному взаимодействию с эксплуатирующими организациями нашего заказчика, а он, как это же, Жамбульское отделение дороги. Скажите, Искендер Сергеевич, а на ваш взгляд, вот, какую задачу решило строительство вторых путей? То есть, что это дало для именно, опять же, нашей темы сегодняшней? Здесь получается так, что строительство вторых путей на участке Алматы-Чу позволило увеличить пропускную способность участка в 3,5 раза.
и, соответственно, довести пропуск грузовых поездов до 68 пар в сутки. И время исследования, то есть, сократилось почти в два раза. Ну, это достаточно серьезный показатель. Я знаю, что ваша компания, она традиционно из сферы железной дороги диверсифицировалась постепенно и начала реализовывать проекты инфраструктурные, в том числе и в строительстве автодорог. Было бы интересно узнать о проектах, которые в этом секторе удалось реализовать. Чем занимаетесь сейчас? Значит, действительно, в целях диверсификации нашего производства компания приняла участие в текущем году в тендере и, значит, был подписан по заказу акционерного общества «КазАвтожол». Нами подписан договор по реконструкции дороги республиканского значения Бинео-Акжигит, граница Узбекистана, с направлением на Нукус, протяженностью 85 километров. Значит, 6 июля текущего года был дан старт строительству. При этом хотелось бы отметить то, что по данному участку, значит, по данному вообще проекту, срок проекта у нас был по окончанию 2019 года, но так как данный проект также входит достаточно важный. В число приоритетных? Он входит в число приоритетных, да. Он является сам по себе расположен на территории Мангыстауской области, но является частью автодорожного маршрута из Узбекистана в Россию. И также относится к международному транзитному транспортному коридору из европейских стран в Китай и другие азиатские страны. Поэтому в связи с этой важностью наша компания взяла на себя обязательство закончить данный проект до конца 2018 года. Скажите, что предполагается? Понятно, прокладывается сейчас новый участок автомобильной дороги. Сопутствующая инфраструктура предполагается, которая будет идти вместе со строительством автодороги? Прежде всего, хотелось бы отметить, что проектом предусмотрена реконструкция земляного полотна полностью и дорожной одежды с доведением параметров дороги до нормативы второй технической категории. В настоящее время она имеет третью техническую категорию, поэтому там необходимо произвести работы по удлинению и замене водопропускных труб, реконструкцию пересечений и примыканий, обустройство самой дороги. Конечно же, для обслуживания участников дорожного движения будут предусмотрены остановочные площадки для кратковременной стоянки автомобилей отдыха, оборудованные элементами сервиса. Это будут беседки, лавочки, туалеты, автомобильные эстакады. То есть это обязательно предусмотрено. То есть все, что необходимо для комфорта во время остановок на трассе. И здесь хотелось бы отметить то, что реконструкция данного участка дороги предполагает то, что после реконструкции пропускная способность автодороги увеличится с 1600 автомобилей в сутки до 6000. То есть это фактически в 4 раза. При этом скорости поднимутся с 90 км до 120 км. И сама ширина дорожного покрытия увеличится с 8 метров до 9 метров. То есть это как раз непосредственный эффект, который дает реализация данного проекта для развития транзитного потенциала? Да, конечно. Это позволит достаточно комфортно и гораздо быстрее преодолевать данный участок пути. Проекты достаточно серьезные, и привлечение требует большого количества подрядных организаций. Скажите, не секрет ведь, что сейчас важной задачей является развитие казахстанского содержания в проектах, привлечение местных подрядчиков, местных компаний. Учитывает ли ваша компания при реализации этих проектов требования по казахстанскому содержанию? Хотелось бы отметить то, что вообще одним из приоритетных вопросов деятельности всей группы компаний «Комкор Менеджмент» — это непосредственно поддержка отечественных товаропроизводителей. Да? Это однозначно. Почему? Потому что, в принципе, мы считаем, что и все проекты вот «Нурлыжол», «Нурлыжир», который сейчас идет, это прежде всего идет для поддержки отечественных товаропроизводительных компаний. То есть это большая государственная программа. Поэтому непосредственно компания «Темиржол Жандыл» во всех своих проектах, это, вот, как я говорил, основная деятельность, это капитальный ремонт, в новых проектах мы обязательно используем только отечественную продукцию, максимально отечественные товаропроизводители. Хотелось бы отметить то, что вот в Казахстане до проекта вот «Алматы-Чу» было построено около 2500 километров железнодорожных путей.
И до этого использовались рельсы импортного производства, то есть не отечественного, ввиду того, что его не было. Но в связи с тем, что в 2015 году уже начал функционировать Актюбинский рельсобалочный завод, данный проект был полностью исполнен на рельсах отечественного производителя. То есть это импортозамещение реально происходит? Это однозначно импортозамещение. А я знаю, что еще и отечественные шпалы выпускаются, налажено производство. Да, но про рельсы мне хотелось бы сказать, то, что произошло импортозамещение, и, соответственно, это повлекло к тому, то, что проект стал быстрее, то есть мы избавились от логистики по транспортировке, таможенным процедурам и прочим остальным препонам, которые мешали ходу строительства. Отечественные товаропроизводители в части шпалы, мне бы хотелось отметить, что на сегодняшний день Казахстан имеет несколько крупных заводов отечественных товаропроизводителей. Это Nordprom, это компания Bend, это компания Magnetic, да, которые выпускают шпалу, и они являются непосредственно нашими прямыми партнерами. Скажите, вот в регионах присутствия вашего, да, где сосредоточены ваши филиалы и где сгруппированы основные производственные мощности, насколько ваша компания, как социально ответственная, реально там присутствует и вносит вклад в развитие региона? Ну, прежде всего, вот я говорил о том, что мы находимся достаточно, присутствуем фактически во всех регионах. И вот даже если брать участие в крупных проектах, о том, что привлекается местные компании. Вот, например, мы когда участвовали в проекте Боржак-Таирсай, привлекались компании Мангыстауской области. Там, где мы участвовали по Алматычу, по проекту, однозначно привлекались субподрядные организации там, по обустройству земполотна, по различным другим работам, по устройству искусственных сооружений. Такие компании, как Тарас Еврострой, такие как Акдала, да, то есть это все компании, которые зарегистрированы в данных регионах. Соответственно, также и привлекались производственный персонал. Почему? Потому что когда... Молодежь привлекается у вас? Мы хотели, в принципе, можно даже похвастаться, то, что молодежь не только привлекается, компания Comcor Management в результате тесного сотрудничества с Казахстанской академией транспорта и коммуникаций, наверное, вот это... Впервые с советских времен, в 2014-2015 году мы привлекали для строительства Шалкар-Бенио студенческие строительные отряды. Так. То есть это были две бригады по 25 человек. Нет, это прежде всего это студенты, которые в период своих каникул они приезжали, работали, получили колоссальный опыт по строительству, соответственно, заработали деньги, потому что они также получали зарплату, как весь производственный персонал. Единственное, им было усилено больше внимания в части соблюдения техники безопасности, инструктажа и так далее. Но если студенты благодаря вашей компании или группе компаний имеют возможность летом еще и заработать, начиная работать в секторе, где им предстоит, возможно, работать всю жизнь, я думаю, это положительная практика. Возможно, коллеги из других отраслей также возьмут это на заметку. У нас остается совсем немного времени. Я хотел задать вам вопрос о дальнейших планах по развитию. Какие-то инвестиционные проекты, планы по расширению бизнеса и так далее? Ну, нами реализованы, в прошлом году закончен проект по большой инвестиционный проект по Актюбинскому региону. Это порядком 1 миллиард 200 миллионов. Мы произвели модернизацию своего Большегорского щебеночного завода, подняли в результате данных инвестиций, подняли производительность до 2 миллионов тысяч тонн ежегодно, стали выпускать более качественный фракционный щебень. Также мы планируем в перспективах у нас строительство рельсосварочного предприятия на станции Кызгалдакты, это также в Актюбинском регионе. То есть из тех рельс, которые выпускает АРБЗ, Актюбинский рельсобалочный завод, мы планируем варить 800-метровые плети. Это непосредственно тоже необходимо для нужд путевого хозяйства АО НКТЖ. Также мы... Конечно, вот сейчас то, что вот мы изучаем, то, что мы диверсифицировались, то, что получая опыт на участке вот Бенео Акжигит, мы планируем дальше участвовать и в автомобильном строительстве, в ремонте автомобильных дорог. И, конечно, ну, мы... Но если речь идет о инфраструктурных проектах между государствами, наверное, интерес у вас какой-то может возникать и вокруг сопредельных государств? В настоящее время мы изучаем рынки сопредельных государств. И, в принципе, тоже думаем, что
будем иметь возможность поучаствовать как в строительстве, так и в ремонте как железнодорожных, так и автомобильных дорог. Я благодарю вас за беседу. Желаю успехов в реализации этих важных инфраструктурных проектов. А нашим телезрителям я напомню, что сегодня мы говорили о развитии транзитного потенциала Республики Казахстан и реализации проектов в рамках государственной программы «Нурлыжол». В гостях у меня был генеральный директор ТО «Темиржол Жундеу» Карсыбеков Искандер Серикович. Оставайтесь на ABC TV. До встречи на следующей неделе.